Здрасте. Здрасте. Вот видите, как он подарок. Видите? 92-й? Да. Четырехтактный, так что. Там? Ну да, есть чуть-чуть. Это ограничитель скорости. Значит, закручиваете дальше. Да, меньше будет на газульку давить, медленнее будет ехать. И чтобы поехать назад ручку, поедете вперед. Нейтралка, поедете назад. Открытый замок, он заглох. На тормоз надо. На тормоз нажимаете, два раза на молнию, он заводится. Так, еще масло у вас. Вот эта черепаха. Это защита спины. Да. Я могу не мерить, это точно подойдет. Значит, наколенники. Это тоже подойдет. Налокотники. Шлем. Вы там синий заказывали? Да. Я вам дал, взял один синий, один черный. Ну давайте черный, синий, я сейчас померю. Да, вот этот синий. У меня их просто три. Сейчас я посмотрю, какие тут. Здесь есть вот такой. О, вот. Ну, посмотрите, короче. Да. Давайте я вам два вот эти вот дам. Ага. Спасибо. Пожалуйста. До свидания.